Вот я нахожусь сейчас на месте 3-й переулок Ворошилова. Впереди вон там это предприятие Локтева, СТО. Станция технического обслуживания автомобилей. Раньше на том месте был детдом. А я вот сейчас сижу на месте, здесь вот столик. Жалко, что исписанный. Тут такая вот площадочка. Тут вот поручни нержавеющих. Труб. Тоже вот скамейка здесь. Гранитная. Там он рычаг. И это... Как-то я уже тут был, снимал. Это вот тут родник. Раньше и сейчас родник. Но и раньше тоже здесь был родник. А сейчас его так вот устроили здесь культурно. Обложили гранитом. Хорошо очень сделали. Тут вот водичка родниковая бежит. Но правда здесь ветер, как говорится, мусор тут замусорил. Вон там водичка бежит. Это за ним редко кто следит. Бутылки здесь. Но вода чистая, прозрачная. Раньше, помню, в то время, когда мы были в детстве, здесь была родник, речка. Тут огольцы плавали. И вот туда продолжает бежать. Тут на бугре здесь, я помню, была вот эта ремянка стояла. С глиной, с камыша. И вот такая вот здесь вот картина. Тут черешню посадили. А само тут вот предприятие Локтева. И вот здесь также вот заезды. ТО, Лафа называется тут. Подбор автоэмали. Вот так она выглядит снаружи. Ну, конечно, вандалы здесь вот на этих пишут, на заборах объявления. Вот такая вот ситуация. Кто жил здесь, кто, наверное, проходил раньше, имели какую-то общую тут связь, то, наверное, помнит это. И вот там он за этими деревьями, там школа. Вон там школа, номер 33 имени Мухтара Уизова. Но я здесь пришел просто как вспомнил, ностальгия, так сказать. Ну, я думаю, посижу здесь, отдохну возле родничка, ну и вам тоже. Вас тоже приглашу посмотреть. Ну вот, мы побывали с вами на одном из родников города Тараза, Тамбула.